Здорово, звуканутые! Я на Радио Рекорд, на пиратской станции. И через несколько минут будет мой сет тут. Тех, кто пропустил, и тех, кто мечтает повторить это снова. Вторая часть уникального электронного проекта от Радио Рекорд. Новый эпизод фестиваля музыки и искусства. Бен Глок, Магда, Дасти Кит, Лена Попова, Никита Забелин, София Родина и другие. 4 ноября в Санкт-Петербург, Art Play. В честь Хэллоуина скидка на билеты 13% на шоу Google.ru. 18+. Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс шоу в России. Давай. Отличный микс, мы продолжаем слушать еще буквально пару-тройку минут. И первый гость на сегодня завершит свое показательное, прекрасное выступление. Диджей Ксорген в миксе. Станция. И на самом деле, когда есть мало времени для того, чтобы поиграть, и хочется сыграть много материала, всегда стремишься как-то побыстрее представить треки. Некоторые пролетают буквально за минуту. Но так или иначе, сколько я успел, столько представил в этом блоке, завершает этот час композиция от Black Barrel и Thematic по имени Submarine. Снова альбом от Black Barrel. Чуть ранее слушали продукцию лейбла MetLab, Memory Check. Такой очень изломанный трек, своего рода небольшой эксперимент, которыми славится MetLab. Этот продукт был Triple Collab от Inward, Hanzo и Randy. Yes, yes. Ну, а также слушали другие интересные вещи, в том числе и с лейбла Breakbeat Chaos. Сегодня днем уже можно будет посмотреть трек-лист всего шоу, ну и, естественно, скачать сам выпуск. Буквально через минуту второй гость, который уже давно появился в студии, наконец-то начнет выступать. Энди Мавикс из Эстонии. Встречайте!
Да-да, друзья, это пиратская станция. Мы продолжаем раскачивать на Радио Рекорд по всей России. Ну и, конечно, если вы слушаете онлайн, то где угодно вы можете находиться в этот момент. Yes-yes. Прямо сейчас Энди Малекс, специальный гость шоу, продолжает представлять вам свои треки в своей авторской интерпретации в этом интересном, уникальном миксе, состоящем в том числе из разных приборов, а не только музыки. И вот, честно говоря, слушая эти композиции, захотелось узнать, а где, в частности, у тебя предстоит выход релизов, какие композиции выйдут в ближайшее время? Та, которая играет сейчас, называется «Гром», и трек предыдущий перед ним называется «Invisible Storm». Они только что вышли на моем лейбле, и они уже есть на всех порталах, Beatport, также его можно слушать в YouTube, ну, в общем, везде. Следующий трек, который будет после этого, называется, пока что рабочее название «Broken», я еще так особо не придумал, как он должен называться. Вот, этот трек пока что нигде не подписан, поэтому вот это, что есть самый настоящий эксклюзив, он даже, он, в принципе, еще в работе. А, также, кстати, да, у меня вышел релиз на Cosmos Music, трек Distorted, он вышел на сборнике Supernova. Это третий сборник Supernova от Cosmos Music, и там очень много интересных работ, очень много интересных новых артистов, с которыми мне еще придется познакомиться, и с их творчеством, возможно, с кем-то даже лично однажды. Вот. И, в принципе, пока что, да, планы выпускать все на Digital Common Network. Да, а какие интересные площадки, на которых ты уже выпускался, ты бы хотел отметить? Beta Recordings, определенно, да, хорошая площадка, мне было приятно поработать с Джоном Би, сделал для него ремикс. Также я выпускался, мой первый релиз был на Mindsaw Recordings, это лейбл из Нью-Йорка, они выпускали Dark Step, это этот лейбл, который начал мою карьеру. Также я работал с Dubzilla Recordings, меня продюсер Кану познакомил с владельцами лейбла, я для них писал Dubstep. В принципе, такие... Ну, это то, что я сейчас сходу помню, на самом деле, я слегка растерян. Да, то все нормально. На самом деле, друзья, я тоже хочу сказать, что если вы будете набирать Энди Малекс в социальных сетях, там, где вы обычно ищете информацию про артистов, то, думаю, наткнетесь и на какое-то описание творческой деятельности, на музыку, на миксы. Какой-то у тебя, я знаю, есть канал. Да. Также... Да, у меня есть канал на YouTube, он одноименный с названием лейбла Digital Common Network, но легче всего найти канал по хэштегу «Звуканутые». Ух ты! Крутой хэштег, друзья! Ну что, давайте побудем еще немного звуканутыми и послушаем те вибрации, которые подготовил Энди Малекс для этой ночи. Бум! Пиратская станция, и действительно, ну, невероятно быстро летит время, на самом деле, как гостевых миксов, так и когда я встаю за вертушки. Песен, музыки всегда больше, чем ее можно поставить. Очень жаль, что шоу ограничено каким-то временем. Но так или иначе, Drum & Bass продолжит звучать в наших колонках, в наших сердцах. Энди Малекс, большое спасибо за этот эксклюзивчик, за то, что показал вот неплохие приемы выступления. В частности, друзья, ну, это все же радио, но это был очень интересный лайв, не совсем обычный диджей-микс. Вот, и бигап и респект тебе еще раз, и какие-то твои последние тоже слова, может быть, слушателям, может быть, напутственные слова вообще Drum & Bass людям, ну и в частности, может быть, какие-то интересные новости напоследок тоже от тебя, от твоего лейбла. Ну, на самом деле, хочу пожелать людям, кто занимается творчеством, просто никогда не переставать, никогда не отставать, никогда не переставать стремиться. Вообще хочется просто поблагодарить поддержку людей, которые поддерживают, это семья, это друзья, близкие, которые помогают продолжать верить в это и заниматься этим, чем занимаюсь я.
В принципе, да, да. Просто работайте, трудитесь и слушайте хорошую музыку. Вот также подписывайтесь на мой канал, следите за моими релизами. Это Digital Common Network, Энди Маликс, Звуканутые. То есть по этим трем брендам вы, в принципе, можете меня найти и познакомиться с моим материалом. Всем спасибо большое, что слушали «Пиратскую станцию» и мой сегодняшний сет. Я спасибо тебе еще раз. Ну что, друзья, также традиционно, буквально через минутку-полторы, я сменю моего гостя и представлю еще одну интересную порцию нового драм-н-бейс материальчика. Бум! Станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.